ДТП со смертельным исходом. Прошедшая рабочая неделя завершилась трагедией. На автодороге Жанножов-Сарыколь в Темирском районе столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадало 5 человек. Двое погибли, трое госпитализированы в больницу с различными травмами. 7 апреля текущего года 31-летний водитель автомашины «Лада», двигаясь по автодороге Жанножов-Сарыколь в 4 километрах от поселка Сарыколь, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Renault Duster. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомашины Renault Duster от полученных травм скончался в приемном покое сельской больницы поселка Кинкияк. Один пассажир автомашины «Лада» и трое пассажиров автомашины «Дастер», среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы в больницу поселка Кинкияк.